Украсить стены Щелковской художественной галереи не картинами, а фотографиями – идея современная и интересная. А когда на этих фото родное Подмосковье, еще и очень душевное. Хороший старт вот этой идеи, и как бы вот здорово все. Вот так что мы всегда ждем. Увидеть природу, архитектуру, животный мир Московской области можно на выставке «Московская губерния. Моими глазами». Чьи же глаза замечают и воплощают эту идею? Глазами фотографов. Фотографов как профессионалов, так и любителей. То есть они как видели область, если вам так привычней, или губернию, они ее фотографировали. Мы, соответственно, проводили отбор фотографий и выставили, но, по нашему мнению, на данный момент одни из лучших работ. Сама идея организовать и провести такую выставку возникла у инициативной группы творческих людей из Шаховского городского округа. Поддержали ее в Министерстве культуры Московской области. Показать родное Подмосковье в фотоработах, да еще и приурочить 90-летию области – настоящий подарок. Фоторабот, по словам организаторов, присылают немало, а в галерее представлено 112. Вот эта выставка – шикарный пример того, как формируется новый взгляд на вещи, в том числе и в области, и в стране. Взгляд через красоту, взгляд через то, что есть хорошего. Фотографии как профессионалов, так и любителей в пространство действительно вписались весьма гармонично. Профессиональный коллектив галереи постарался, и работы удачно дополняют друг друга, показывая всю мощь и красоту родных мест. Благодаря ребятам вот на этой выставке я нашла целых 6 своих фоторабот, скажем так. Mm-hmm. Чему я очень несказанно рада, потому что вот... Ну, это дает возможность, да, показать себя как такого художника, показать свою малую родину. Выставку планируют показать в разных галереях и домах культуры области. Мы привыкли видеть, что галереи – это все-таки художники, но, как мы можем видеть, то в галерее фотографы могут тоже жить, существовать и выставлять свои работы. Мы планируем, да. Была в Шаховской, сегодня здесь Щелково. Фотографа Щелкова нет здесь пока? Работа. А вот щелковских фотографов, наверное, к сожалению, нет. Пригласите. Обязательно пригласим. Обязательно. Но в следующий раз фотографы щелковские будут представлены уже в Лобне. Почему бы и нет? Будем расширять горизонты, если мы найдем несколько хороших ребят, которые любят это дело, и у них красиво работают, с великим удовольствием будем содействовать. Так что, если вы любите Подмосковье, увлекайтесь фотографией, вполне можно попробовать свои силы и представить пару фоторабот. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.